эти встречи только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный зимний вечер. Спасибо большое, Галина Михайловна. Мы открыли с вами еще одну телепередачу «Встреча у камина» с Галиной Михайловной Бариновой, народной исполнительницей, приехавшей к нам в гости. И вот уже несколько телепередач было посвящено и Новому году, и пению Галины Михайловны. И вообще, хорошие задушевные беседы всегда нас ждут, дорогие телезрители, у нашего камина. Ну вот теперь я хотела бы, Галина Михайловна, задать вам, знаете, какой интересный вопрос. Вот побывали вы у нас в гостях, завтра уже уезжаете практически. Побывали в дни новогодних праздников. Что вам запомнилось, что понравилось, каких узнали людей? Будете ли еще с концертами здесь у нас в гостях? Какие у вас планы на следующий год? Вот вы знаете, я для себя думала, так, ну, наверное, вот уже и пора и заканчивать все. Но душа просит песни. Душа, песня ведь она лечит, она как-то и успокаивает, и силы дает. И поэтому, если бы не песни, может быть, и не романс, может быть, вот все те события, что происходят в нашей жизни, в моей в частности, не так бы... То есть песня мне помогала пережить самые сложные ситуации в жизни. Не... В радости это всем нам хорошо, а когда ты в печали, в горе находишься, утешение находишь во всем. И песня, и публика меня поднимала, спасала. А город ваш... Он мне стал родным. Люди ваши уникальны. Столько в них доброты, сердечности, гостеприимства. У меня такое ощущение, что я нахожусь в родном доме. Вот в родном городе. Все. И по улицам я прошла, посмотрела. По магазинам прошла, по вашим посмотрела. Хороший, добрый, уютный российский город, где живут хорошие, добрые люди. А пригласите... Приеду, все дела брошу, приеду. Только позовите. Ну вот, дорогие телезрители, и мы думаем, что Галина Михайловна украсит еще наши передачи. У нас снова состоится встреча у камина. Это любимица Южного Урала. Это наш драгоценный уральский самоцвет. Даже не знаю, какой камень. Какой вы камень, кстати, любите? Я даже не знаю. Я даже не знаю. Не избалованная камнями драгоценными. Я забыла, кто. Какой камень вас охраняет? Какой схвачу, такой оберегает? Наверное, охраняет мне все-таки ангел-хранитель. Ангел-хранитель. Да, ваша музыка, ваши песни. А я еще раз поздравляю наших земляков в эти праздничные дни. Хочу немножко сказать стихами. И снова ели молодые нам дарят праздничный уют. И скоро стрелки часовые нас в Новый год переведут. Всего лишь несколько мгновений еще во власти декабря. Но лист прощальный, как осенний, слетит шурша с календаря. Прощай же год. Холодной птицей ты улетишь на край земли. Ой, если б так легко проститься со всем, что было мы смогли. Поставить прожитому точку, в котором нам без лишних слов сладчайшую горькую настойку испить всем вместе довелось. Прощай же год, пусть не похожий, придет себя твой, сюда твой юный брат, но загрусти вдруг о хорошем, к тебе вернемся мы не раз. Ты след оставил в каждом снежный, но начиная новый счет, опять мы веруем с надеждой, что счастье нас не обойдет, и всем нам вместе повезет, и будет лучшим другой год.
дорогие телезрители. Галина Михайловна, прощайтесь с нашими телезрителями. Ну, я говорю до свидания. Да. Прощаться надолго не буду. Мне хочется у вас бывать, потому что где тебя ждут, где тебя хорошо встречают, хочется возвращаться. Вот на такой праздничной ноте у нашего камина побывала в гостях любимица Челябинска, Челябинской области, Южного Урала и наша с вами любимая исполнительница народных песен, баянистка, пианистка, педагог Галина Михайловна Баринова. До свидания вам, Галина Михайловна. Вам до свидания и огромная вам благодарность за внимание. До свидания вам, дорогие телезрители.